Сегодня создается перед Богом и перед людьми. Обеспечивать материально, защищать морально и физически, принимать трудные решения и брать груз ответственности, хранить верность и жертвовать собой. Я надеюсь, а я не надеюсь, я знаю, что вы молитвенно готовили себя к этому дню перед Богом и перед людьми. Я хочу спросить вас, Сергей, Наташа, по доброй ли воле вы сегодня вступаете в брак? Никто не принуждает? Свободны ли ваши сердца? Не пообещали ли вы себя кому-либо другому? Свободны. Значит, если что, если ничто, никакая причина не мешает нам сегодня совершить это священство. Постараюсь сделать, чтобы ты всегда была самой-самой счастливой девушкой. Люблю тебя. Начал становиться частью моей жизни, и моя жизнь начала обретать новый час. Я начала ощущать себя по-новому любимой. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А теперь подарите друг другу свой первый. Spend my life with you. And I just spend.